Удивительно красивое произведение. Оно с первых же звуков своих начинает создавать совершенно необыкновенную атмосферу, словно какой-то воздушный небесный занавес открывается, и перед взором слушателя, внутренним взором, сердечным взором разворачиваются, начинают разворачиваться события в дивной стране. Так, ну, как-то вот ощущается, песня дает возможность ощутить именно дивную страну в истине большой сказочного мира. Вот эти все шесть слов, да, которые здесь вот я сейчас произнесла, музыка и песня дают возможность ощутить, ну, максимально возможно именно в звуках этого симфонического оркестра, который звучит, это симфония, симфония радости, симфония неба, чего-то удивительно прекрасного. И, конечно, вот это, ну как, внутри, как это, встречаться с этим, это такое счастье, как вот в куплетах там начинается, да, про доброту, потом про щедрость, потом про подвиг. И в музыке идет нарастание этой мощи, этой силы. И с каждым этим явлением можно встречаться. И в звуках музыки тоже. А затем, когда речь идет о сияющем бутоне, и вот этот там идет музыкальная такая прекраснейшая картина, которая действительно наполняет каждую клеточку и создает этот образ сияющего бутона сердечного. В общем, дух захватывает от встречи с этой песней, и с ней хочется встречаться, с ней хочется жить. И огромная благодарность за возможность встречи с этим, с такой небывалой дивной страной.